Полмиллиона рублей получит муниципалитет, который построит лучший новогодний городок в республике. Эксперты оценят художественное оформление площадок, использование световых элементов, иллюминации, наличие новогодней ели, ее украшения, скульптурные композиции, а также ледяные фигуры. Конкурс проводит региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства. На первом этапе муниципалитеты должны будут отобрать лучший новогодний городок на своей территории, затем представить финалиста на республиканский этап. Заявки от участников конкурсная комиссия начнет принимать 10 декабря. Как рассказали организаторы, победители определят до 19 января в двух номинациях – городские округа и сельские поселения. За первое место администрация муниципальных образований получит денежное вознаграждение в размере 500 000 рублей, за второе – 200 тысяч и 150 тысяч рублей за третье место. Призовой фонд по условиям конкурса может быть направлен только на благоустройство. И тем временем в столице Башкортостана началась установка новогодних елей. Всего в Уфе планируется обустроить 18 площадок с ледовыми городками. Две столичные елки традиционно установят на площадях имени Ленина и имени Салавата Юлаева. Затратами на возведение городков в мэрии пока не определились. Известно, что в прошлом году новогоднее оформление площадки у Конгресс-холла и площади имени Ленина обошлось городской казне почти 18 миллионов рублей.